Продолжая серию роликов о функционале программно-аппаратного комплекса ECSS-10, нельзя не упомянуть про такой программный модуль системы, как AutoProvision. Одно из отличительных преимуществ решений системы AutoProvision от компании Altex – это возможность работы с абонентскими устройствами не только своего производства, но и иных вендоров. AutoProvision значительно упрощает настройку и сопровождение абонентской VoIP-инфраструктуры предприятия. Системным администраторам не нужно индивидуально настраивать каждый телефон в организации, это производится централизованно с помощью системы AutoProvision через удобный веб-интерфейс. С помощью системы возможно управлять настройками как одного телефонного аппарата, так и целой группой IP-телефонов по необходимому выделенному признаку. Таким образом, благодаря AutoProvision можно задать конфигурацию телефона в зависимости от разных факторов – подразделения, территориального расположения, функционального назначения, модели телефона и так далее. Например, можно в несколько кликов поменять время на телефонных аппаратах. Или изменить график работы энергосберегающего режима на всех аппаратах нужной модели в рамках целого предприятия. Другое важное преимущество – AutoProvision предоставляет возможность производить прозрачную замену телефона у сотрудников, включая возможную смену не только модели на аналогичную, но и вендора с автоматическим переносом всех персональных свойств абонента на новый телефон. AutoProvision может поставляться как независимый компонент, так и в составе комплекса ECSS-10. Подробнее о возможностях комплекса вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела Altex, а также у официальных партнеров компании.